находимся в экспоцентре ВДНХ. Сегодня мы первый день снимаем наш клип. Всю эту неделю стояла жуткая жара, а сегодня у нас облачно. Сегодня мы встали все очень-очень рано, кто-то даже в 5 утра. Мы едем сонные, с мешками под глазами, после вчерашней изнурительной тренировки. Больные, хромые, косые, с работами и все такое. Некоторые даже фиктивно заболели на работе, чтобы к нам сюда добраться. А что делать? Будем работать. Надеюсь, не отвалится. Тренировались мы много, часто было 3, а иногда и 4 репетиции в неделю. Девочки не профессионалы, но мы старались добиться максимального результата. 1, 2, 3, 4, 5. Спасибо! Оказывается, клип снимать не так просто, как казалось, особенно танцевальный. Это требует колоссального количества усилий. Еще сегодня Юля обещала взять Оскар, но не взяла, поэтому еще присутствовали нервы. Проще, проще, проще. 5, 6, 7, 8. Сколько раз мы это делали? Я очень довольна результатами работы. Они справились как профессионалы. Будучи аматорами, мы все профессионалы. Аня, мне кажется, я надо заново. Да. 5, 6, 7. Люди очень хорошие. Все. Хороший танец. Спасибо, Юля. Это действительно дружественная атмосфера. Я очень довольна тем, что участвую в этом всем маскараде. Очень многие делают вклад, вкладывают душу, и от этого... Юля вложила маски. Лучше. Я довольна, что мне попалась самая лучшая маска. На зло вышло солнце, хотя сначала были тучи. Девчонки молодцы, выложились на полную. Работа кипит. Мы сейчас завершаем съемки предпоследней сцены. Что может быть лучше, чем диалектизм вареной колбасы прямо в собственном соку, понимаешь? Я могу... Сегодня 2 августа 2013 года, мы находимся в Днепровском доме культуры. Сцену, которую нам любезно предоставила некая Светлана Николаевна. Меня зовут Даша. В нашем проекте я играю Моцарта. Сегодня снимали шахматную партию между Моцартом и Сальери. Самое важное было передать такую вражескую атмосферу, а будучи друзьями, просто хотелось улыбаться. Так, все, готовы? Нет. И самое сложное в ней было действительно сохранять серьезность, не смеяться. Вы заклятые враги, помните об этом. Мы друзья, должны играть врагов, и это смешно. Еще девочки, которые включали на заднем плане музыку и нас смешили. Это тоже было трудно. По сегодняшней сцене есть одно пасхальное яйцо в кадре. И вот сидят фанаты Гарри Поттера, потому что мы использовали сегодня для шахматной партии именно шахматы из Гарри Поттера. Пришлось натурально играть в шахматы, чтобы создать ситуацию пата или ситуацию мата. Пошла тура! Девочки! Мы играли всей съемочной командой, это было чрезвычайно забавно. Вот когда начинается вторая часть, когда ты ходишь слоном, чуть-чуть подумай секунду, что ты сейчас походишь им. Один любезный человек по имени Максим нам предоставил массу света другого. У нас появилась красная подсветка, желтая подсветка. Я же светила айпадом, значит, делая синий контур. Ну и поскольку после вчерашней съемки у меня еще отваливаются руки, то сегодняшняя съемка их немножечко привела в тонус. Все очень круто, очень классно. Появляются какие-то новые аспекты. Все очень круто. Лично мне нравится. Да.
шахматной дуэли мы переезжаем на Остенсакен. Она построена в 1830 каком-то лохматом году. Вот, поэтому мы можем себя прекрасно ощущать на руинах тех эпох, про которые мы, собственно, снимаем клип. За 40 километров от Киева находится в селе Миродское. Это по трассе на Гастомель. Она разрушена, и там мы будем снимать дуэль между Моцартом и Сальери, который, в общем-то, и показывает нашу шахматную партию. Тому, чтобы это совершилось, помогает еще один наш друг. Его зовут Тарас. Главная фишка этой локации заключается в том, что она разваленная, и к ней можно дорисовать необходимый антураж, который позволит этому старинному разрушенному зданию вырасти в большой, ну там, в общем-то, новый дворец. При помощи вот этих самых ручек. У нас сегодня было нововведение. На главных героях были две настоящие венецианские маски, привезенные из Венеции. Они смотрелись классно и антуражно, очень красиво и удобно. Главное, они не стесняли движения и не перепачкивались на лице. Вот как это случилось с бумажными масками из папье-маше. Мы это сделали. Да. Наш дуэль. Наша шахматная дуэль. Наш... просто наш день. Был дождь, он нам угрожал, но мы это сделали. Ё-моё. Как вы работаете? Обалдеть, псы. Это наши новые друзья. Это Тушканчик, а это Тузик. Да что ж такое? Они нам жутко мешали снимать, поэтому мы с Тарасом только и делали, что кормили их чипсами и отгоняли. Да, братан, зло! Зло. Ненависть. Тебе комар писает. Подожди. Мы смогли снять все необходимые кадры дуэли, значит, на этой локации. Как вы уже поняли, мешали нам местные жители, аборигены, так сказать. Сейчас нам предстоит долгая дорога назад в Киев. Мы доберемся домой и будем отдыхать перед завтрашним очень сложным днем. Завтра нас ожидает заброшенный отель «Прага» и банкетный зал на 7-м этаже. Так что готовимся. Подарок нашим любимым артистам Моцартам. Мы их очень-очень любим. На самом деле мы вообще новенькие в этом и немножко не понимаем. Да, я даже не смотрела рок-опер. Это наша благодарность. Моцарт. За концерты в феврале, а также за будущие концерты в октябре. Моцарт вообще молодцы, все мы молодцы, и операторы, и посторонние люди, которые в этом участвуют. И звукорежиссер молодец. Вообще, смотря что этот проект вообще безбюджетный, так мы вообще молодцы. Приятно, что можно почувствовать себя немножечко в той эпохе, ну, за счет костюмов, да, за счет какого-то внутреннего состояния, с которым ты идешь на съемки этого клипа и выполняешь все танцевальные движения. Идея создания клипа появилась вообще внезапно. Мы не планировали клип. Да. Мы планировали флешмоб. Вещик сделал дедушка Юля. Он под старину. Здесь мы видим лошадь, красную свечу. Нам нужна изящность была. Все красиво. Поехали!
коллективе работать очень классно. Поэтому я хочу выпить с вами шампанское. Разбираем бокалы. Спасибо нашему оператору, нашему гримеру, за то, что они нам сегодня на наши полгода сделали что-то. Что я участвовала в этом действии. У меня очень много новых друзей появилось. Ура! Так, Паула, спасибо большое вам за все. Вы для меня стали второй семьей. Люблю вас всех. Моцарт, наш дорогой главный герой, Дашенька, постановщик нашего танца, пожалуйста. Ну, постановщик нашего танца, главный герой Сальери. Вот, спасибо вам всем за еще одну дополнительную практику в хореографии. Потому что до этого у меня была практика с 5-6-летними детками, сейчас она с 20-летними. Маша, я наш хочу... моторчик, вечный, неугомонный. Я хочу всем спасибо за проделанную работу. Тут действительно очень хорошие люди, безумно хорошие. И я очень была рада с ними работать. И с тобой особенно! Юленька, Юленька, самая тихоня наша. Мимимика. А я хочу сказать спасибо за хорошее проведенное время и за возможность. Благодаря вам сделать подарок любимым артистам. Оля, хотела бы поблагодарить всех наших организаторов, грубо говоря, за возможность участия в таком шикарном проекте и за отличную реализацию. Спасибо 13 друзей Моцарта, что собрали нас здесь и что мы можем поздравить нашу любимую, любимых артистов. От нас всех с любовью. Юсенька, Шила, это наша в заднице. И вам, и нам, и Моцартам. Любить, творить и побеждать. Все, спасибо, мне понравилось, очень интересно. Я бы еще поучаствовала, приглашайте. Маечка, спасибо за это невероятное путешествие с 13 друзьями Моцарта, с нашими хореографами, с нашими режиссерами, организаторами и так далее. Спасибо за возможность танцевать под любимую музыку и за то, что мы сможем дождаться октября, когда впрочем, с этим клипом. Здорово. Итак, финальные аккорды. Салли. Еще брать? Я очень счастлива, что стала частью действительно грандиозного проекта. Я была очень счастлива, что я стала именно хореографом этого проекта и исполнила роль Сальери. Это тоже очень круто. Вот. Я благодарна всем. Было все. Это просто невероятно. Снайпер Тайдафал. Ребята, это конец!